Батя, что он так смотрит на меня? Что он так как-то подозрительно смотрит? Так, сидит на крыльце мой друг. Ладно, возьму-ка я его на денек домой. Только надо, чтобы он не пронюхал про мое дело, а? Привет, рыжий! Здоров, что ты меня так себе уберешь? Давай! Ну все, буду жить здесь, да? Ничего себе наглый, я не понял, я слова еще не успел сказать, куда ты пошел, а? Как что, проверять эти тарелки? Кусятинку всякую подсобирать, которую вы уронили из-под стола, а? Ну что, все, живу здесь, давай! Я не собирался его вообще-то домой-то забирать на денек. Я что, зря ему что ли будку теплую сделал? Ну это ладно, что, ну давай, поживи, потусуйся тут денечек. А там видно будет, как карта ляжет. В смысле денечек? Бать, я не понял, а что денечек? Маловато как-то, а? Плешивый-то он живет уже месяцок. А я вообще денечек. Ну а что плешивый, что плешивый? Плешивый вообще-то это хозяин в семье. Правда, бать? Ой, что-то сегодня наглые такие оба, я вообще не понимаю. Ватсон, вообще-то я хозяин тут. Что вы тут это раскудахтались? Кот с собакой, как куры какие-то, а? Слышь, рыжий, раз батя меня домой взял, значит, я его любимый питомец, ну а ты так, на денек. А потом все, вон отсюда, ба, пошел! Не, батя, ты слышишь, как он разговаривает? Вообще, мразота, выгоняй его из дома! Блин, 5 минут прошло, как вы в доме, я сейчас вас обоих выгоню. Ясно? Ясно, ясно, слышь, бать, а что ты как-то странно ты меня домой пригласил? Никуда ты там не собираешься, ничего там не намыливаешься, а? Блин, чего он взял вообще? Да нет, ты чё? У меня тут вот вкусняшка для тебя тут завалялась. А то ты тут много текста говоришь. Как может вкусняшка заваляться, бать, да? Это невозможно! В животе может только заваляться, а? Вот, видишь? Давай уже скорее! Думаешь, начинаешь много текста говорить. Я тебе даже разрешу сваться на миске поесть. Да ты чё, бать, чё, правда? С этого плешивого миски? Бать, ты мой до сих пор разрешаешь с этой миски есть. Я бы его давно выгнал отсюда. Эх, бестолковый он у нас, бать, я тебе скажу, бестолковый. Не охраняет. А только он жрёт, да ещё всё выкидывает из миски. Шерлок, а Шерлок, он в отличие от тебя за полгода научился с миски есть. А ты уже весь пол этой сосиской вымазал. Да ладно, бать, ну! Ну, бывает иногда. Вот и разрешил с его миски поесть. Ладно, иди. Чтоб глаза мои тебя не видели, иди. На солнышке погрейся. Поделай, что ты там раньше делал, когда в доме жил. Спал около камина полдня. Ладно, бать, иди быть. Смотри, бать, ты точно никуда не намылился? А то странное у тебя поведение сегодня, а? Ладно, так и быть. Па, вспомни, что тут я делал. Ну да, на пуфике лежал. Телек смотрел, так ты да. Может, мне телек включишь, а? Вообще-то я футбол собирался смотреть. Какой футбол? Не, футбол нынче не в моде. Голос смотрим. Шоу «Голос». Так, ладно. Сейчас включим. А то и так мысли уже у него догадывается. Сейчас, подожди, батарейки найду. Блин, ну реально странное поведение. Такое ощущение, как обычно. Меня замазать хочет и оставить дома, сам свалить. Слышь, бать! Ты обычно свой футбол никогда не пропускаешь. А здесь какое-то странное у тебя поведение. Ты точно не собираешься на отдых без меня? Ты мне в прошлый раз что обещал? Что точно с собой возьмешь? Сосиску будешь свежую? О, сосиску, конечно, буду. Сейчас дам, подожди. Блин. Ну, пойду гляну. Ну, вроде чемоданов-то нигде нет. Ни направо, ни налево. Так на полу не лежат ли? На полу вроде нет. Слышь, бать, ты колбаску несешь мне или сосиску? Давай быстрее. Ну что, мне долго ее держать? Будешь? Будешь. Аккуратно берем. Ням-ням-ням, шучки-то мои так вкусненькие. Ты че? Диван не вымазал? Нет, конечно, я же на нем лежу. Ну ладно. Это Ника не съела, так и быть тебе посчастливилось. Бать, ты мне голос включил? А, это, включаю, подожди. Сейчас все будет. Так, все, я твой голос включил, можешь смотреть, я в туалет пойду схожу. О, ну хорошо. Так, ну ладно, пойдем и мы проверим. Так, проверим-то копки. А то мне кажется, что тут какие-то тайны хранятся. Так.
Так, в Арсене вроде все ничего. Ладно, так здесь ничего нету. Ничего не припрятано. Ну, вроде ничего, а только другие. Так, а что там? 100% в гардеробе у бати. Не, ничего нету, блин, ничего нету. Странно, странно. И тут ничего нету. Пойду-ка еще одну комнату проверю. Так, ладно, пошли, пошли. Не понял. А что это тут такое стоит? Так, раз, чемодан. Два, три, пять, шесть. Блин, они что, все кроме меня собрались уехать отдыхать? Не, ну нахальство. Ну, батя. Ну, батя, я сейчас задам. Эх, явился. Не утопился в унитазе там, да? А что это ты не понял, так базарить начал, а? Это я базарить начал? А может, я расстроился? Может, кто-то меня обманывает в этой семье, а? В смысле, кто тебя обманывает? Да есть тут один в черной футболке с буквой «Б» на груди. Один тут такой человек стоит передо мной. Врун Брунский, брехло брехловское, обман обмановский. Ты что, берега попутал или что, я не понял? Короче, я все видел. Пошли, пошли со мной, я тебе кое-что покажу. Их дверь открываем и заходим. И что мы видим? Что мы видим? Видим мы то, что пацаны неспослушные такие, как и ты, не убрали все в машину, лошары. И что получается? Ты меня опять оставляешь дома, да? А Плешивого хоть не берешь с собой, а? Не беру. Сейчас он к бабушке поедет, к одной. А к тебе вторые бабушка с дедушкой приезжать будут. А на чего-то я где буду? Здесь, я надеюсь? На кроватке на твоей, на теплой, а? Да, я потом дом после тебя не отмою. Будку я тебе сделал? Теплый пол сделал? Лежанку положил? Жалюзи только не успели прийти, так бы тоже повесил. Ты будешь жить в своей будке. Подожди, а кормить меня кто будет? Корм-то сам не насыпается, а? А я тебе кормушки купил. Корм сам насыпается. Ты съел, а он досыпался. Ты воду выпил, а она долилась. А бабушка с дедушкой раз в 3 дня приезжать будут, контролировать, чтоб ты тут коней не двинул. Из голода не помер, бедняга. Блин, бабушка с дедушкой так себе удовольствие. Будут приезжать, не кормить меня будут, а только заставлять уроки делать. Может, это... Сказать батю, что я сам, все сам, все сам смогу. И это, и воды себе налить смогу, и ну раз корм будет, и поесть смогу. И не надо они мне. Точно, так и сделаю. А то придется уроки каждый день делать под их контролем. Слышь, батя, я тут подумал, не нужны мне бабушка с дедушкой. Не понял, это почему еще? Ну как почему? Ну, ты всегда говоришь, я взрослый, да? Взрослый-рослый, да. Но с бабушкой я уже договорился, они сказали, мы обязательно к своему любимому Шерлоку будем приезжать. Каждый день приезжать, уроки проверять и там все дела. Не, не пойдет. Значит так, мое условие. Либо я сам сусам, сам дома. Ну а если с бабушкой и с дедушкой, тогда я лучше с тобой поеду. И тут уж выкручивайся как хочешь. Так решил, да? Ты точно, ты хорошо подумал? Да. Точно? Да. Ну ладно. Значит, сейчас на раз-два в машину и на передержку на 3 недели. Понял? Ах, ты чего? Попутал? Да не, нормально, с бабушкой, с дедушкой. Я пошутил? Это я тебя проверял? И уроки вообще каждый день собираюсь делать. Гостиница для животных. Там 2 на 2 даже не будет. Без подогрева живешь на улице. Выгуливают 2 раза в день. И кормежка только сухач. Все, иди на улицу. Не-не-не, бать, все нормально. Все нормально, я с бабушкой и дедушкой отлично. Мы с ними дружим, уроки отлично делаем. Да? Да. Отлично, все, нагулялся в доме, свободен. Это, ребят, эх, опять батька обхитрил меня. Вот, видишь, все, бать, сам пью. Твоя поилка работает, кормушка тоже будет работать. Я лучше с бабушкой и дедушкой. На передержке, ребят, вообще шняга. Шняжная жизнь, общажная не мое. Ладно, ребята, вы были на канале Брошоу Пэт. Обязательно ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.